Здорово, народ, как дела? Картошка нам с лопатой подготовила новую акцию, где мы сможем просрать свои бабки. Ой, извините, не тот текст. А, да, я и текст не готовлю. Дальше пойдем по плану. Да и плана никакого нет. В общем, понеслась импровизация. Счастливая карта твоей персональной акции каждый день. На протяжении 7 дней с 17 по 24 ноября на специальном сайте можно будет доставать 5 карт каждый день. В каждой этой карте будет игровое какое-то имущество, которое можно будет получить за серебро, либо бесплатно, либо за голду, либо за реальные деньги. После того, как вы выбрали карты, либо нажали кнопку «Открыть рандомно 5 карт», открытые карты можно будет приобрести до следующего дня. Все, что в них находится. И каждый день в 9 утра эти карты обновляются, и вы можете открывать новые, чтобы их приобрести, либо пропустить. Каждый день вы будете гарантированно открывать 2 карты, которые можно приобрести за золото, одно предложение за кредиты, одно предложение за реальные деньги и одно предложение с игровым имуществом бесплатно. Также эти карты разделены на 3 категории. Обычные – это игровые предметы, необходимые каждому бойцу. Ну, всякий мусор там. Ремки, аптечки и остальной шлак. Необычные – игровые предметы, которые не являются редкими, но их цена может быть весьма привлекательной. Тот же самый мусор, но со скидкой. Как же картошка красиво слова подбирает. И редкие. Если повезет, ты сможешь вытянуть карту с редкой премиумной техникой, премиум 2D или 3D стилем, а также другими желанными игровыми ценностями. Короче, все это чепуха. Единственная строчка, которая прям выделена, и она заинтересует многих, это предметы из разных категорий выпадают случайным образом. Поэтому заходи на страницу каждый день, чтобы не упустить шанс получить самые редкие предложения, включающие премиумную технику за кредиты. Поэтому этот сайт не работал с самого его старта. Потому что все танкисты такие: о, где мой танк бесплатно за кредиты? Я же срочно бегу туда, буду неделю жить под этим сайтом, спать вместе с ним в обнимку. Не дай бог мне прям танк за кредиты выпадет. Грубо говоря, в этой акции, или как ее называть, щедрость барского плеча на 7 дней, мы выбираем 5 карт. Каждая карта — это предложение какого-то товара, который можно купить за различные игровые ценности, типа серебра или голды, либо за бабки, либо бесплатно. Теперь я скажу свое мнение про это все. Мне эта акция нравится намного больше, чем все то, что было до. Почему? Потому что она никак не ломает рандом, никак не ломает балансировщик, не заставляет играть в какой-то конченый режим, который имеет кучу багов, лагов и так далее. Ты на сайт зашел, посмотрел, что там тебе предлагают. Хочешь — бери, не хочешь — не бери. Там есть один гарантированный бесплатный товар. Взял его и свободен. Все. Это мне нравится. Я уже давно говорил много раз. Слышали вы или запомнили, не запомнили мои слова на стримах? Я уже говорил неоднократно. Уберите нахрен эти конченые недорежимы, которые вы пилите годами, и они все равно всратые. Просто вывалите в прем-магазин товар. Понравится — мы купим, нет — нет, все. Вот это то, что я просил. Не надо мне какие-то там мирный 13 залаганный кривущий. Не надо мне там какие-то вафентрагеры электрические. Мне вся эта чепуха вообще не интересна. Я не хочу в эти недорежимы играть. Они мне не нужны вообще. Просто вот, покажи мне товар. Он мне надо будет, я куплю. Не надо будет, ну и нафиг он мне нужен. Все. И ничего не сломается в рандоме. Не уйдут люди играть в какую-то чепуху. Не останутся в рандоме одни какие-то странные челики. Из-за включенных режимов, где есть боты, не будут лагать сервера. Не будут добавляться новые баги конченые. Все нормально с игрой, она работает, люди в нее играют. Ничего не поломалось, все хорошо. И товар предложить получилось — получилось. Кому надо, тот купит. Что мне не понравилось? Как обычно, картоха напихала кучу мусора. В каждой карточке написан целый список товаров. Не знаю, как вам, но мне большая часть в каждой карточке не нужна вообще. Я б, может быть, что-то и купил бы, но зачем мне резервы на серебро в довесок с двумя мешками говна? Или зачем мне какой-то прем-танк, если вместе с ним еще два конченых прем-танка? Мне за них зачем платить?
Чтобы получить какой-то один прем-танк, я должен заплатить за 3 прем-танка. А найдутся такие люди, которые типа, ну я же хочу его, я куплю. И заплатит за 3. И картошка опять наварится на каких-то дурацких пикселях. Но лох не вымрет, лох сам себя не обманет. Он везде бабки свои просрет. Это проблема лохов самих. Они сами все время себя топят. Поэтому большая часть предложений в первый день, допустим, мне не интересно, потому что там в каждой карточке целый список параши какой-то. И только одна строчка, которая меня интересует, она таких денег не стоит. Ни серебра, ни голды, ни реальных рублей. Потому что с ней куча параши. Бесплатно декальку я забрал, окей. Будет очень обидно, если картошка вывалит что-то редкое и интересное, но в довесок с ним напихает столько всякого мусора, что оно будет ультрадорогое, и не особо-то обрадуешься такой покупке. Было бы круто, если бы была возможность лишние товары в карточке убрать каким-то образом. Надеюсь, такое будет, но, наверное, еще лет через 10. А так, в целом, ничего плохого я в этом не вижу. Это намного лучше, чем вот эти всякие мирные 13, фитрагеры и остальная помойка, в которой тоже можно всрать бабки. Но при этом оно все ломает игру, балансировщики, рандом, и вся игра лагает и глючит. Еще играть в это нудное фу. Поэтому переходим в режим хатика. На 7 дней лежим, сидим, спим под этим сайтом. В 9 утра каждый день карточки обновляются. В течение дня можно зайти посмотреть, что там. Пишите в комментариях ваше мнение. У меня двоякое мнение. С одной стороны, это лучше, а с другой стороны, там куча параши. Играйте красиво. Всем пока. Увидимся.